Привет-привет! Вы на канале Oops Games. Итак, друзья, первый бой. Бои в яме черви. Арена кровь и песок. Первый претендент Хорзы Недержанный. Под противостоять ему будет Шек Близнецы. Сейчас вы увидите, почему близнецы. Вот идет Хорза. Не сдерживается, матерится, говорит, пошел ты нахер! Вот. А вот и Шек. Шек пришел с друзьями и говорит, я пошел нахер. Да это ты пошел нахер. Да-да-да-да-да. Шек абсолютно не сдерживается, начинает херачить его. У него еще дубина огненная есть. Вот он ее достал, да. Вот. Хорза понял свою ошибку, но бежать ему уже, пардон, некуда. Вот ему в задницу засунул. О! Еще раз. Пал на жопу огурцов и горящих дубин. Я так понимаю, что бой уже... Да все, подошел к концу. Потому что гори, детка, гори, он не выдерживает. Все, да. Шек-близнецы победил. Итак, следующий бой. Претендент. Круг. Поработители. Итак, вот вы видите Круга. Мое кунг-фу лучше, чем твое кунг-фу. И показывает, на чем он будет вращать противника. Противник скак оса. Так вот, выяснение отношений. Удар по мизинчику. Это то же самое, что удар ниже пояса, блять. По мизинчику очень больно. Круг использует стиль лягушки. Ну и как еще объяснить вот его перекаты в грязи? Как получает оплеух и убегает, но круг его преследует. Скак показывает, что ему плевать на кунг-фу. Он в Mortal Kombat играл за Скорпиона и просто отрывает голову. Победитель Скак Оса. Итак, здравствуйте. Бои в яме. Кровь и песок. Кука, Башкаруб, Ловкач, Уноса. Ля какой. Так, Куга привел с собой друзей. I'm just a trifle. Nothing for you to worry about. Непереводимый такой орочий фольклор. Он просто матом послал нахер. Нахер он послал Шега Близнецы. Шег Близнецы это такой орочий Наруто. Как вы видите, у него теневые клоны и огненные палки в руках. Итак, орочий Наруто пытается тушить факелы о заднице противников. Все горят, все матерятся. Пока что ничего не понятно, но очень интересно. Ну, душераздирающие вопли. Браски. И поджаренная голова на шлеме. Это все, что мы видим, друзья. Так, лево-право. Шек, по-моему, получает люлей, но это не точно. Вот, все. Факел засунут в задницу, прекращает бой. Нет, вы посмотрите, Куга встал. Встал и сразу лег. Факел в жопу превращается еще и в бомба. Вау! Фаталити. А у нас очередной бой. Бои в яме черви. Аркаюс, поджигатель Грога. Посмотрите, какая здоровая бабуйня. Бабуйнище, я бы даже сказал. И вот он идет. Говорит, ты плохо говорил про наши кунг-фу. Скакаса говорит, что да ни хрена я не говорил, я вообще играл в Mortal Kombat. Но это его не спасает. Огромная буйня просто бьет его палкой. Скакаса ни хрена не видит, он просто горит. Да тут все горят. Огненное оружие такое себе. Предыдущую победу Скаку не прощают. Беги, беги, Пумба, у тебя же арбалет, блядь. Просто беги и стреляй. Но нет, Скак остается на месте. О, запрещенный прием, ему плюнули в рот жеваной морковкой. Посмотрите, он сражается до конца, он отбивается, они идут ноздря в ноздрю. Еще один плевок морковкой. Все, Скак потерян.
Все. Победа Аркаюса. А мы продолжаем смотреть следующий бой. Итак, перед вами угол, рвущий плоть. Его соперник Храк, зараженный. Ну, тут непереводимый выручник фахтеров, но, судя по всему, они решают, чей бол длиннее. Бой проходит один на один. Вы видите, угол использует какую-то дымную хрень. Непонятно зачем, но Тхарку это очень не нравится. Вот, тут Тхарку опять-таки огненное оружие, и мы ждем, когда все загорется. Посмотрите, Тхарк засовывает его в капкан. Нет, у меня длиннее. О. Да, давай ослепим и себя, и противника. Вот, вот наконец-то первый подожженный пошел. Вот, оба горят. Вечер перестает быть томным. Хватит орать друг на друга, деритесь. Тхарк поджигает сам себя и, по-моему, наносит себе урона гораздо больше, чем угол. Судя по внешнему виду, противники уже забыли, чем они мерились. Нет. Угол вспомнил и просто убивает Тхарка. А мы продолжаем. Итак, очередной претендент с друзьями. Ишмас-невидимка. Против Шега-близнецы. Орочи и Наруто. Говорит, так, какого хрена вы сюда приперлись? Это наша дискотека. Им отвечает, в смысле, блядь, ваша дискотека? Это наша деревня. И посмотрите, пошла пьянка, гулянка и мордобой. Хороший такой деревенский мордобой. О, да, удары головой, удары руками. Шипящие факелы в жопе. Друзья, все как мы любим. Шаг здесь не дерует. Дом и стены помогают, все-таки деревня-то его. Ишмус, конечно, и рад был бы испариться, но горя не так просто это сделать. Все, он защищается, говорит, что он признает свою вину, меру, степень, глубину, хочет домой, но его не отпускают. Не все факелы потушены, друзья. Все, шипение очередного факела. Шаг-близнецы побеждает. Очередной бой, очередная кровавая история. Арена кровь и песок. Асганг поджигатель мяса. Огненный танк ужаса. Против него Хор дробила танк дикарей. Слишком много, друзья, огненного оружия сегодня. Если вам понравится такой контент, то обязательно пишите комментарии, и оружие станет более разнообразным. Будут проклятия, будет яд, будут звери. Так, а у нас Асганг побеждает. Он не то что побеждает, он просто забивает противника в грязь. Посмотрите, здоровой дубиной. Ну, Хорк отбивается как может. Ой, воздушная волна. Хреновый у него черепашка-ниндзя. Да, он не соперник, а Асганг. Итак, переходим к следующему бою. Праг неустрашимый. Против Прага неустрашимого Зафра Старейшина по кличке Старый Дед. Посмотрите, посмотрите, какое начало.
сразу пошли взрывы. Посмотри, на обмен ударами. Вот кто показывает истинное кунг-фу. Все седые и умудренные опытом. И за несколько секунд он перебил всех, кого привел с собой завтра. Но завтра... Завтра тоже мощный, посмотрите, как у дедулька. Взрывы на него не так-то и действует. Да, вот это становится интересней. Вот такие бои нам нравятся. Все, сломанное колено, удар по затылку и минус яички. Итак, предпоследний бой перед боем этого вечера. Торц, убийца эльфов. Против него Скох, резатель с друзьями. Он говорит, ну нахрена ты пришел? Это наш район. Ну, набежали какие-то чуваки соседних районов. Ну и все. Все уже топчутся в грязи. Все, анальная кара. Скох побеждает. Итак, вот то, чего мы ждали. Бой вечера. Перед вами двоистинный чемпион Хорхак, мастер оружия, легендарный. Противостоит ему Лорм, помешанный. Лорм помешанный — это еще один Наруто. Наруто среди орков. У него есть кунай на руках. У него есть метательные бомбы. Он умеет телепортироваться. И он умеет призывать синевых клонов. Но Хорхак все-таки легендарный боец. Так, вот видите, что Лорм использует яд. Арена уже наполовину заблевана, уже появились первые трупы. Вот, кто-то блюет, кто-то страдает. Итак, трое на одного. Посмотрите, как он держится. Обмен ударами. Теневые клоны бьются головами и самоубиваются. Итак, один на один. Жизни на один удар. Кто побеждает? Итак, телепорт. Все, это победа. Лорм помешан.